бал в честь дня рождения. Именно такая красивая традиция сложилась у кадетского Иваново-Вознесенского корпуса имени генерал-фельдмаршала графа Шереметьева. В этом году учреждению исполнилось 20 лет. Участие в таком мероприятии – большая честь и ответственность для всех. К балу готовились больше месяца, разучивали танцы 19 века. Я участвую в кадетском бале уже в 4-й раз. Сам бал проходит уже 6-й раз. Это очень хорошее мероприятие, которое создано для того, чтобы отпраздновать день рождения кадетского корпуса и сообщить всей области то, что у нас есть такой хороший кадетский корпус. Днем рождения руководство кадетского корпуса и его воспитанников поздравил глава региона Станислав Воскресенский. Поздравляю не только вас, это, безусловно, ваш праздник, но и праздник тех, кто приложил руку к его созданию, и тех, кто каждый год поддерживает ваше движение. Я поздравляю ваших педагогов и всех неравнодушных к кадетскому движению в Ивановской области. Молодцы! Все, кому когда-либо доводилось бывать в кадетском корпусе, отмечают – это совсем другие ребята. Они лучше сверстников знают историю Отечества, хорошо физически развиты и дисциплинированы, как подобает настоящим кадетам. Человек должен быть не только духовно красив, он еще должен быть красив и внешне. Должны быть манеры, поведение, дисциплина, способность себя держать в обществе. Ведь чего сейчас не хватает современной молодежи? Ведь кроме компьютера зачастую они ничего не видят. Вместо красивого русского языка какой-то сленг. А в кадетском корпусе все-таки учат и говорить красиво, и держать себя достойно, и с девушкой себя вести так, как подобает, с дамой. И, конечно, патриотическое воспитание здесь немаловажную роль играет. Программа обучения кадет включены дополнительные предметы. Ребята изучают строевую и огневую подготовку, основы воинской службы. Многие поступают в кадетский корпус осознанно, чтобы связать со службой в армии свою судьбу. Кадетский корпус меня привлекает особой дисциплиной. Там все очень честные, дисциплинированные товарищи, которые всегда откликнутся. Нас воспитывают настоящие офицеры. Мы перенимаем у них весь характер, воспитание и волю. И, конечно же, я хочу стать сама военнослужащей и послужить своей родине. В кадетском корпусе учатся не только мальчики, в некоторых классах девочек даже больше. Педагоги отмечают, что со своими обязанностями они подчас справляются гораздо лучше пацанов. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.